Всех приветствую на канале в гости к Жане и Сергею. Ребят, вот сегодняшний видеообзор хочу посвятить. Есть у нас на канале, как мы сеяли эту свеколку польскую желтую. А сегодня вот приехали потихонечку. Вот такая вот свеколка у нас. Конечно, не вся крупная. Есть и помельче. Обрезаем. Можно было бы, возим маленькой тележечкой. Вот, можно было бы, конечно, мотоблоком. Сейчас закидают наставками. Но у нас во дворе такой подвоз, что на мотоблоке особо и не подвозишь. Ну что, мои хорошие, начнем обрезать, перевозить. Погода у нас дожди, но сегодня вроде как более-менее разгулялась. Ну что, давайте начнем. Сергей, расскажи, что ты делаешь по старинке. Друзья, всем привет. Вот обрезаем свеколку. Вот такая у нас родилась свеколка. Ну не вся. Ну не вся, конечно. И мелкая. Разная. Разная, да. И вот такусенькая есть. И вот такусенькая есть. О. Сергей чистит. Свекла, да. Жалко, что мы мотоблоки не придумали, да? Да. Для сбора свеклы. Ручная работа. Ценится. Так что утро доброе началось. Да. Вот таким образом. Да. Друзья, везем на подвал. Потихонечку, помаленечку. Нас тапками закидают. Мотоблоки есть, а мы возим на тележечке. Ну, у нас такой, уже повторяюсь, да, вокруг нам дальше ехать, поэтому мы вот таким образом каждый год. Ну вот, друзья, 2 часа работы, пипец полный. Вот свеколка наша, так вот мы ее раскладываем. И мелкой много, и крупной есть, всякая. Ну-ка, что там у тебя? А, вот она, польская белая, да? Польская белая. Вот, да, да. Вот, хорошая. Вот этот надо было тот весь сожжать. Так, а семян их не было в этом. Мы же когда покупали. Ну, да. Была польская, вот она, желтая. Желтая. А красная откуда у нас попала? Ну, не знаю, откуда семян. Мои перчатки завалили. Вот. Чертежашка сказалась в этом году. Ну, ладно. Сережа, ну, везде, и в картошках. Да. В принципе, нам за глаза этого хватит. Она и картошки тоже, и крупные, и мелкие. Вот кусочек вот такой. Мы тут Сережа потом на мотоблоке, да, Сергей? Да, вывезешь, все разработаем. И вот кусочек у нас. Сколько? Меньше половины, да? Четвертая часть, наверное. Нет, вы, конечно, не подумайте, мы тут не одни это все выбираем. Они просто сниматься не хотят. Да, у нас 5 человек, поэтому да, не хотят позировать. Вот так что вот. Свеколка, во, еще красная попала. Ну, в польской красной. Почему-то вся свекла польская. Берем семена в магазин. 4 или 5 лет берем, да? Да. Да, наверное, 5. 4 точно. Не, ну мы довольны. Свекла красная. Мелкая, крупная, всякая. Ну, ничего страшного. Так что поехали. Сережа, мы уже потоптали. Вот он. Давай, вот таким образом, по старинке, помаши нашим подписчикам, мы поехали выгружаться. Ну что, вот так вот мы ее практически заканчиваем, да? Устали, подустали. Вот еще раз, свекла всяко разная. Не бывает одинаковой свеклы, да, вот, Сергей? Вот, друзья, самое лучшее — это польская белая. Да, в этом тяжелая, году. Тяжелая, вообще отличная свекла. Для хозяйства самое то. И вот такие булыганы. Все. Огород нас подошел к завершению. Подобрались мы к сетке. Да, Сергей? Да. Ну что, будешь всем? Ну, конечно. Своим подписчикам. Друзья, пишите комментарии, ставьте лайки. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить нового видео. Всем пока-пока. До новых встреч. Будем догружать. Что у нас, бросок номер 3, да? Да. Марш и бросок.